Добрый вечер всем. Вот иду я по городу Брянску. Вот, снимаю красоту такую вам. Показываю. Вот видите, как красиво. Весна, ребятки. 3 марта 2021 года в Брянске. Вот такая у нас красота. Вот такая весна. Почки вот так я сейчас покажу вам. Почки на деревьях. Видите, какие красивые. Вот. Такие толстенькие почки. Такие прямо налитые. Соком жизни наливаются изнутри. Прямо готовые, готовые же к весне. Ой, красота у нас тут. Иду я, иду по городу своему. Вот такая вот у нас улица. Это все нормально. Сейчас где я шла, там вообще бураки-раки. Вот, смотрите, проталинки уже появляются. Ну-ка, столько снега было. И как быстро все сходит. Там, видимо, тепловые сети под землей. А здесь вот нет. Вот. Здесь снег еще бежит по лесу. О, гляньте. Лапки какие красивые. Пушистенькие. Тяжело, конечно, дереву возле дороги. Конечно, вот его надо уже, по сути, это дерево обрезать. Может быть, даже лечить, а может даже новые деревья сажать. Вот такие деревья, такие старички. Вот такие вот. И я вот тут такая по городу, по улице.